Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы в гостях у нашего партнера, производителя компании Селагра. Хотим представить вам линейку косилок-измельчителей или мульчерных косилок серии Технос. Косилки серии Technos произведены следующим образом. Привод у нас идет от карданного вала через редуктор. Внутри косилки находится горизонтально расположенный вал, на котором находятся молотковые ножи. Косилки серии Technos производятся с разной шириной захвата от 1,30 м до 2,8 метра. Отличительной особенностью косилок серии Technos является смещение всей косилки вправо на 52 сантиметра. В полностью задвинутом варианте, даже с шириной захвата 2,8 метра, косилка находится в габаритах трактора, что позволяет, собственно говоря, успешно мульчировать междурядие в садах даже с небольшим расстоянием между рядами деревьев. Также отличительной особенностью данных косилок является наличие ряда контрножей. Что это такое? Это фактически грабельный зуб, который можно вставить, можно не вставить, по вашему желанию. Что он дает? Тот материал, который попал, остатки лозы, веток, какой-то скошенный бурьян, который попал внутрь данной косилки, при наличии контрножей, контрножи отправляют не измельченные остатки веток и так далее обратно на ротор косилки. Также косилки серии Technos выполняются в варианте гидравлического смещения косилки относительно трактора. В комплекте с косилкой поставляется достаточно качественный широкоугольный карданный вал. По вопросам приобретения косилок серии Technos обращайтесь в филиалы нашей компании в вашем регионе.